Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WIN Option Signals. И сегодня поговорим о бинарных опционах. Развод это или нет? Так вот, бинарные опционы. Суть в том, что вы делаете ставки, упадет или вырастет цена определенного актива в краткосрочный или долгосрочный период. Если вы оказались правы, вы получите прибыль, если нет, получаете убыток. Например, можно сделать ставку на то, что за минуту курс доллара относительно евро вырастет. Если курс вырастет хотя бы на один пункт, вы получите прибыль. Если не сдвинется, деньги вернутся на счет. Если упадет, вы потеряете ставку. Многих интересует вопрос, реально ли заработать на бинарных опционах. Или бинарные опционы – это развод, который можно сравнить с игровыми автоматами, лотереями, ставками на спортивные события и подобными «доходными» в кавычках инвестициями. Мнения специалистов по этому поводу разделились, и они приводят множество доводов как за, так и против торговли на бирже. Подробно и с весомыми аргументами и выводами по этому вопросу можно прочитать в статье на нашем сайте. Ссылка будет в описании под видео. А мы попробуем максимально быстро и просто понять, бинарные опционы – развод или нет. Конечно, самым распространенным является мнение, что торговля бинарными опционами является разводом, так как работает по принципу казино, и вы пытаетесь угадать, пойдет цена на актив вверх или вниз. Да, в казино или черное, или красное, или черное, или красное, или черное, или красное. Везунчиков, которые угадывают, очень мало, но они вдохновляют остальных на то, чтобы делать ставки и тратить свои деньги, надеясь на удачу или счастливый случай. Также и новички приходят в трейдинг лишь с одной мыслью – заработать как можно больше и как можно быстрее, просто угадывая движение цены актива. И в этом одна из причин потерь при торговле, после которой у многих и появилось мнение, что бинарные опционы – развод для лохов. Такое отношение к бинарным опционам действительно очень рискованное и приводит в итоге к потере всего своего депозита. Именно такие трейдеры, в кавычках, называют бинарные опционы разводом и обманом, так как у них не получилось заработать этим способом, и они не раз сами теряли свои деньги. Профессиональные трейдеры, которые уже имеют опыт в трейдинге, строго соблюдают принципы мани-менеджмента, риск-менеджмента и нацелены на конкретный результат, поэтому отслеживают рынок активов, его тенденции и развитие. Ссылка на обучающие статьи нашего сайта по мани-менеджменту и риск-менеджменту прилагается в описании к этому видео. Также не забывайте поставить лайк под этим видео и подписывайтесь на наш YouTube-канал, а колокольчик жмем, чтобы не пропустить новые видео. Итак, продолжаем. Без сомнения, всем стало понятно, что в большинстве случаев слив депозита и убытки происходят по вине самих людей, которые считают, что заработать деньги легко и нужно просто вовремя нажать нужную кнопку. А как узнать, куда пойдет цена? Что на это влияет? Как спрогнозировать результат? Профессиональные трейдеры регулярно следят за экономическими новостями в мире, и любые глобальные колебания цены на бирже в ту или иную сторону связаны с изменениями в политике или экономике отдельно взятой страны или региона. Профессиональные трейдеры также с успехом используют индикаторы и стратегии, которые в некоторых случаях являются хорошими помощниками в определении тенденций изменения цены на бирже. Некоторые довольно успешные трейдеры с опытом разрабатывают свои стратегии торговли бинарными опционами и делятся ими в сети. Обращаем ваше внимание, что на нашем сайте вы найдете исчерпывающую информацию по различным индикаторам и стратегиям для бинарных опционов, которые с успехом используют в торговле на бирже как профессиональные трейдеры со стажем, так и начинающие трейдеры. Как видите, вывод напрашивается сам собой. Бинарные опционы не казино. Удивительно, что большинство новичков, приходя на биржевой рынок поторговать, не имеют даже базовых знаний о том, как работают биржи, как ведется торговля на мировых площадках. И не пройдя обучение и практику торговли на демо-счете, сразу торгуют на реальные деньги и терпят убытки. О получении опыта и навыков при торговле на демо-счете поговорим отдельно в следующем видео. Поэтому ставим под этим видео лайк, подписываемся на наш канал, чтобы не пропустить важные новости в сфере торговли бинарными опционами.
Чтобы не быть обманутым на бинарных опционах, необходимо быть подготовленным, как и в любой другой сфере. Чтобы стать профессионалом в каком-то деле, необходимо потратить годы на освоение необходимых знаний и навыков. Получить сразу самую высокую должность в любой организации можно, но справиться с такой работой человек вряд ли сможет из-за отсутствия опыта и знаний. Точно так же и в трейдинге необходимо знать и понимать очень многое, прежде чем вы сами себе сможете приносить хорошую прибыль. Благодарим вас за внимание.